Здравствуйте. Я бы вам хотел рассказать один простой юридический лайфхак. Если вам приходится заключать договор, а вы его физически не успели прочитать, или вы понимаете, что вторая сторона включила в договор какие-то непонятные условия, и вы запутались, то возьмите себе за правило расписываться левой рукой. Если дело дойдет до суда, то в суде вы заявите, что подпись не ваша, а подпись была поддельная. И экспертиза встанет на вашу сторону. Но учтите, что если вы попытаетесь видоизменить подпись и будете писать правой рукой, то, скорее всего, экспертиза установит, что подпись принадлежит вам. Потому что эксперт смотрит не просто на то, как вы написали ту или иную букву, а они смотрят на особенности отдельных элементов и даже на то, с какой силой вы давили на отдельные элементы в рамках вашей подписи. Поэтому расписывайтесь левой рукой. И, конечно, не забудьте заранее дома потренироваться, чтобы ваша подпись левой рукой была хотя бы немного похожа на вашу настоящую подпись.